делаем обезьянку постарше. Здесь мы сделаем тельце сразу нашему обезьянке. На каждую ступню мы берем по 1 грамму мастики. Теперь на каждую ногу мы берем по 2 грамма коричневой мастики. Итак, 1 грамм – это наша ступня. Мы сделаем вот такой вот защип, мы делаем вот такую вот ножку. Это у нас 2 сантиметрика получается, по ширине 1 сантиметр, это их ступня. Разрезаем сразу ее, делаем, получается 3 разреза, вот так. И вот этот второй разрез разрезаем еще, получаем правильное количество пальчиков. Потом делаем мы с вами, спокойной ночи, Светочка, спокойной ночи, тебе сладких снов. Делаем здесь вот такой надрезик и как бы наши пальчики загибаем. Так, вот такие у них будут у нас ножки. Можно еще сделать так вот, чуть-чуть, аккуратненько, маленькие ножечки. То же самое делаем со второй. Наше тело по высоте, тело у меня 3 сантиметра. Да, 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 это точно. 3 сантиметрика. Сразу вот тут клеем все смазали. Одеваем аккуратненько наше тело. И еще знаете, что сделаем? Немножечко вытянем как бы шейку, потому что шеи у них как таковой нету. Вот такую маленькую шейку нам нужно сделать. То есть, ну, мы ее вытянули здесь буквально пол сантиметрика. Совсем чуток. Так, смотрим, чтобы на наши тельце оделись. Так, другому обезьянке делаем ручки. На ручки возьмем тоже 1,2 грамма. Да нет, наверное, побольше можно. Давайте мы 1,5 сделаем. Сильно много нельзя увеличивать. Мы до 1,5 догоним, будет нормально. На 1,5 грамма руки. По сантиметрам. Рука 3 сантиметра. У нас длина каждой ручки. И теперь давайте возьмем на кисть. У нашего малыша было 0,2, значит, нашей обезьянки возьмем 0,4. То есть мы сильно не можем большую делать ему руку, чтобы не было дисбаланса большого. То есть берем по 0,4 грамма на каждую кисть. Все повторяем то же самое, что и с первой обезьянкой. Смочили, смазали, сделали липкий слой. После этого скатали наш шарик, приклеили его к нашей руке и делаем защип. Можно немножко вот вытянуть кисть, побольше сделать. Сразу делаем ему вот эту лосеночки сюда. На кисть выводим. И теперь делаем ручку. Отрезаем сначала большой пальчик. Теперь вырезаем маленькие пальчики. Вот такая кисть у нас.
Что там у тебя мутит? Длина руки 3 сантиметра. Сейчас вот хочу ее немножко на локоток вывести. Чтобы он словно тянул у нас свою ручку куда-то. Что-то хотел схватить, потому что они там такие забияки, только и ждут, как что-то сцапать. Сразу подкладываю ему под ручку зубочисточку, чтобы она ее придерживала, пока мы будем лепить. И занимаюсь второй. Беру 13 грамм. Итак, скатали шарики. Сразу я вставлю сейчас. Нет, не буду пока вставлять зубочистку, потом вставлю. Скатали мы шарики. Опять слегка нашу голову мы укатали. Немножечко, совсем чуть-чуть. Делим лицо напополам. Вытягиваем нашу моську. Она у них более такая вперед вытянутая. А носики какие у них есть или тоже нет носиков? Я посмотрела на фотках, нигде нет носов. Тоже вот посмотрела, даже заставка у меня есть с этого мульта. Носов не видать. Ну, у меня уже нет хвоста. Потому что я смотрела сколько рисунков, нигде хвост не рисовали. Вот такая у нас мося. Она у нас 2,5 в высоту. По мордахе у нас тоже 2,5, а здесь 2. Вот такая у нас моська. Теперь сделаем мы с вами следующее. Носиков тоже нет. Сделаем ему ротик. Будет даже, не знаю, думаю, надо сделать такой, знаете, открытый, как они там бегали. Берем, вставляем вот степ-косточка и начинаем вытягивать ему ротик, потому что они такие носились там, что-то искали. Эти безобразники. Такой ротик-улыбашка. Языка не вставите, мне так не нравится без язычка. Давайте такую лучше улыбашку мы сделаем. Так мне больше нравится. О, вот так вот. Такую улыбашку мы сделаем. Сейчас сделаем такие ямочки здесь. Ага. Сделаем уже носики малышу, я сделала носики, так что и нашим обезьяночкам сделаю тоже. Такие маленькие носики, такие совсем пухлястики. Вы можете не делать, если вам не нравится. Можете и без этого сделать. Мне кажется, так прикольнее будет. Теперь нарисуем глазки. Итак, сделали. Теперь нам нужно взять кусочек темно-коричневой мастики и как бы обтянуть, сделать ему голову. И обтягиваем темно-коричневым цветом им голову. Лишнее срезаем. И вот так вот подтягиваем. Теперь нам надо сделать еще ушки вареники.
тоже берем по 0,34 грамма. Это даже можно и по 0,5, чуть больше наша голова, так что давайте 0,5 уже сделаем. Катаем опять червячков на 2 сантиметра. Смазываем здесь самый-самый бока. Скатали вот таких червячков. И вбиваем наши ушки. Сейчас я включу резкости больше на нашего. Ой, спасибо, девчули. Вот такие вот у нас получились обезьянки. Сейчас скажу, сколько по сантиметрам высоту он получился. К сожалению, не смогу сказать, сколько по общему массу. В принципе, можно это все сосчитать при желании. По сантиметрам малышок вышел всего 9 сантиметриков. Вот такой вот классный у нас теперь прям малыш.